Yeah.
Сюда сыграть, его приедем, его увидим. Петя, умничка! Можешь на ногах отбирать.
Василек, активно! Пошли, пошли, выйди,
Корик, ближе! Корик! Играй! Топ-5! Молодец! Левый ногой, давай! Артур! Агат! Василек! Илья, Кирилл! Thank you.
Одна гуляет. Агат, у тебя проходной двор в твоей зоне. Он на Кадоту только набирает.
Yeah.
Ко мне. Василий, 30 центральных полузащитников. И идем сюда все. Все сюда, говорю. Что по первому тайму? Смотрите, он убегает вот сюда. За ним бежит, правильно? Но и вы должны смещаться так, чтобы должен не смещаться. Он бежит, и вы смещаетесь в эту зону. Потому что вы стоите с нападающим, получается крайне болен. Это зона свободы. Туда вклинивается инсайд. Кам, понятное дело, не успевает. Но что за спиной? Вот из полуфланга идет крутые. Вы смещаетесь. Смещается второй центральный, смещается третий крайний защитник. Смещался Грант на твое место, на сыр ближе сюда. Там по отношению к нам бросали. Понятно? Это что касаемо первого. Второй момент. Выход из обороны тоже с первой зоны. Смотрите, как хорошо вы ходили через центр. Был свободный концерт? Сплачу, я говорю, нет, у них идет от инсайд. Смотрите, состав инсайд. У нас берут центральная сила.
Одиссея задача получать мячи, и тебе это будет полезно. Понятно? Понятно. Третий. Понятно. И момент. Хороший момент. Даже 100%. У вас что, продолжение? Мы решили в 22-м году вообще ничего не сделать. Давайте. Воротники снимаем. Сева, кровец.